Доброе утро, товарищи. Московское время 6 часов 4 минуты. Сегодня четверг, 7 мая. Передаем последние известия. Долго валяться будешь, страхолюдина? Вставай, черт непутевый. Не то возьму сейчас уклад. Эй, жизнь! Даже на пенсии спокою нет. Видать, на том свете отдохну. Стол за двором опять пополовинки. А тебе, черт-то, не путем делок нет. Говоришь, что он опять ношу потащил. Чего ж не пошла? Сватался же. Меня выбрала. Да вроде до войны мужик как мужик был. Эй, завелась. С утра пораньше. Вот характер, эй. Кого это такой раньше несет? Иван, ты за что собак своих кормишь? Иду, они и ухом не ведут. Здорово, Марья. Здорово. Опять куда-нибудь подрядить хочешь? Все они не получится. В город едет. Да ну. Завтра съездит. Даже и не мылься, Федя. Хватит меня завтраками кормить. Это скажи кому-нибудь другому. Второй месяц пенсии оформить не может. Вольные деньги пропадают. Здорово, Иван. Здорово. Иди ешь. Да погоди. Не лухти. Че там стряслось? Трибуну к празднику сколотить надо. Зачем? Ведь обходились раньше-то. То раньше. Вчера стал прикидывать, кому сколько подарков закупать. Троих же еще не стало.
Лет через пять глядишь. Погоди, а кто ж третий-то? Фрол, Игнаха. А третий кто? Аменьку с Мариной Горки забыл. А. Ты же помнишь, тогда всех в один день призывали. И Гришку тоже. Ну, этот паскуда всех переживет. Ну, так как, Иван, придешь? И не проси, Федя, и не думай. Да погоди ты. Я тебе похожу, ты у меня домой не заявишься. А ты, Федя, иди от греха подальше. Совесть бы поймели. Даже некому, Марья. Ну, пойми, все на сене. Несознательный ты человек, Марья. Много вас сознательных на его одного. Ну, что сидишь, чухаешься? На автобус опоздаешь. А может, и на самом деле завтра съезжу. Один день не решает. Просишь же, человек. Здоровочка, Васильич. С наступающим праздничком. Ты мне, Климович, зубы не заговаривай. Ишь, спрятался. Васильич, душа с меня вон, живот чего-то схватила. Живот, говоришь? Ну? Таблетку не дать, здорово помогает. От вранья. Ах, Климович, Климович, ты мне что на прошлой неделе обещал, а? Васильич, душа с меня вон. Пальцем не тронул. Ну да, и полицаем недобитым называл сугубо так. Молчишь. Несерьезный ты мужик, Климович. Какой есть. Переделывать поздно. Человеком быть никогда не поздно. Еще раз пожалься, пеняй на себя. Усек? Ну? Ну. На живца не пробовал еще? Рановато еще, вода пусть маленько сойдет. А куда собрался? В город. Ну, будь здоров. Ну? Не связывайся ты с этой... Ну, сам понимаешь. Принимайте, бабушка. Эй, Иван, а ты чего? Садись, Ваня. О, проводил нас. Вроде не прошел. Все, кранты, батя. Кончай, кончай, не мавзолей строим. Дело не в том. Чистью надо. Да на один садень, и так сойдет. Ну ты сходишь к Димке, нет? Что? Добрая свадьба была? Не то слово, бать. Ну вот сам и сходи. Ну ладно тебе, со 100 грамм-то ничего не будет. Когда уж трояк пожалел. Из Гришки соседа своего пример-то берешь, копишь? Слухай, ты языком молоти,
Да знай меру. А еще я фронтовик. Русским языком говорю, запрещено, пока посевная не кончится. Да я не сею, но у вас, фронтовика, перед праздником не бери грех на душу. Думаешь, не знаю, для кого стараешься? Зин, ну, Зин. Что Зин, что Зин? Рама, зайдешь поправить? Зин, золото, как пить дать? Когда зайдешь? Да хоть завтра. Климович никогда никого не подводил. Ну? Может, заодно и крыльцо перестелишь? Это расплюнуть. Вот спасибо тебе, добрая душа, уважила. Дай бог тебе здоровечка и муженька непьющего. Насмешил. А Эзин уж веришь, до войны вот эту гадость в рот не брал. А, заливай. Нет, точно. Первый парень по деревне был, душа из меня вон. Девки за мной гужем ходили. Да иди уж. Да иди уж, гужем. Да, так вот, значит, иду я по деревне. Баб сбежалась, не узнают, чертяки. Еще бы, при полном параде был. Любо дорого глядеть. Сапожки хромовые, шинелишка комсоставская, на грудях медальки тренькают, а в грудях цельный оркестр наяривает. Как же новая жизнь начиналась. Эх, Марье моей, завидую, я тебе скажу. Погоди, Вадь, замолотил. Ты вот мне лучше скажи, сколько ты за войну фашистов укокошил? Кто, я что ли? Ну, не я же, лично. Ты кто ж его знает? Все стреляли, и я стрелял. Плохо стреляли. Ты погоди, слухай сюда. Как это плохо? А вот так. Если бы каждый из вас по одному фашисту укокошил в войне, через год кранты. Ну? Баранки гну, элементарно. Как дважды, 2×4. Сколько у нас в армии было? Молчишь? 10 миллионов. У них 7. Что молчишь? А то я голым задом на ежа садился. Ты погоди, че? Ты чего улыбишься? Ты откуда знаешь, у кого сколь было? Ну, не знал бы, не говорил. Ну, давай, разливай. Не, давай. Я не буду. Ну, смотри, дело хозяйское. Ну, еще раз. За твой праздник. Неверные твои цифры. Темнота. Жукова с Василевским почитай. Читай сам. Я и без книжек войну знаю. Что ты знаешь? Что? Ты в окопе сидел, дальше нос своего ничего не видел. Спорит еще. Это я войны не знаю. Слухи сиди, у меня одних медалей, может, 5 штук. А у кого их сейчас нет? Вон газет читал недавно. Один себе навешивал сюда чужих орденов. Ходил по магазинам, ковры доставал. Ты моих наград не оскорбляй, они у меня кровью заработаны. Один осклетка и сейчас, зараза, сидит. А пуля у тебя там в сердце не сидит, а? На! Гляди! Да уберите свою гаубицу, прет прям под нос. Нет, ты пощупай, пощупай, вот здесь, а! Да пошел ты! Ты совсем, что ли, уже? Тобой пошутить нельзя? Ты пощупай! Ну, сильнее, ну! Ну, крепкое что-то, кончай ты так! Крепкое? Тебе крепкое такое на язык! Ну, куда уходишь-то, шкура? Ах, вы черти бесстыжие! Уборную нашли! Что ты блажишь? Что ты блажишь? Может, человек раны показывал? А ну, проваливайте отсюда, а то позову сейчас участкового, он вам покажет раны! Мымра Сельповская. Thank you.
С праздником, Петрович! Чего? С праздником, говорю! Как здоровье? Вроде болел зимой, а? Да было. На силу вот оклемался. Тебе сколько? Так 9-й десяток разменял. Жить еще не надоело? Ну, надоело, не надоело. А ведь там-то ведь отлежаться еще успею. Там его чарку не поднесут, а? Чего говоришь? Я говорю, чарку там не поднесут. А не поднесут, и не надо. Ты слыхал? По телевизору одна баба передавала. Нашли новые лекарства. Омолаживают. Так напиши, внук-то. Он тебя чай в Москве. Так написать что же? Трудно достать. Жизнь-то ведь какая пошла. Да. Умирать-то ведь никому неохота. Да, жизнь-то добрая. Да, добрая. Да мы злые. Все нам мало. Заелись. Да. Слышь, а тебе сколько? 60. Сколько? 60, говорю. 60? Молодой еще. Скажешь тоже. Молодой. Да. Он приехал, а? Кузьма. О, Кузьма приехал. Да. Опять товар привез. Да. Ну, живи, Петрович. А, спасибо. Че? Живи, говорю. Так ведь это как получится. А ну давай. Пойду подмагну. Ну, кто ж так действует, а? Голова садовая. Что? Уже праздновать начал? Рано. Дай я тебе подмагну. Ой, интеллигенция. Дай сюда. Ну, осторожно! Тяжелый, зараза. Постой, Иван, чего один тащишь? Давай вдвоем. Да погоди, Кузьма, вдвоем неловко. Ну. Споткнемся. Не надо, не мешай, так ловчей. Зачем тех скаф-то? Вот голова, два уха. Холодильник это. Так у тебя есть один. Так два ж лучше. Вот кабанчика, к примеру, заколю. Так вон у меня в нем все лето без соли. За место кумла, значит. Ага. Железом провоняет. Салтана дерево любит, да и то не всяко. Старушка. Слухай сюда. Ничего, вот язык без костей. Завидуешь, так нечего вещь хаять. Ты лучше расскажи, как на пенсии-то живешь. Да какой там. Собрал сегодня в город, так Федор попросил трибуну сколотить. Вот Надысь Петрочиха просила, пол переслал. А свою-то как когда отремонтируешь? Успею, успею. Ты вон с Гришки пример бери. Видишь, хозяин-то какой. За одно лето какую домину отгрохал. Стой, опускаем, осторожно. Да. Осторожно, осторожно. Да. Вот, еще, еще, опускаем. Вот так. Хозяин позабыл. Кем этот хозяин войну-то был? Позабыл уже? Ай, брось, Иван, вчерашним днем жить. Надо сегодняшним днем жить. Сегодняшним! Вот и живи. Все вы умные, за Иванами-то. Ну, постой. Сейчас хозяйка на стол соберет. Погоди, поговорить надо. Не о чем с тобой разговаривать, проспи сначала. Ты уж поучи, поучи глупого Ивана уму-разуму. О, все вы понимаешь, хозяева, по ночам. Сток, за двором кто растащил, а? Открой, слышь! Добро прошу, уймись! В прошлый раз пожалел дурака. Ишь, окопался, гад! Он же еще... И угрожает? Думаешь, коли воевал, то все позволено. Достанет, как милого. Закон один для всех. А, закон вспомнил. А где ты был, когда я за закон кровь проливал?
Эван какую домину-то отгрохал. Тоже, небось, по закону. Ну, ничего, мы не такую оборону взламливали. Эх, залетная! Кол! Тащи кол, мать твою, так! Видишь, мужик, с ума сошел! Ура! Уйди! Сволочь убью! Уйди! Души сухари! Своему ненормальному, Марья! Пошли домой! Я этого так не оставлю! Хватит! Довольно! Опять в город не съездил. Нашли дурака безотказного и рады. Господи, с кем связался? Эта погонь, как была погонь, так и останется. Передаем музыку Эшпая. Ну, что ты расселась, как на похоронах, Маш? М? Тяжелый ты у меня человек все-таки. Пришел для тебя. Эй, сколько той жизни, душа из меня вон. Эй! Плевать, Маша, на счастье. Эй, барыня, барыня, сударыня, барыня, барыня. А хочешь как по телевизору? А? Эх, Маша, дорогуша, до такого мужика, как Иван, поискать не найти. Терпнула бы за него сама.
только что угомонился. Да не положено, Марья. Повестка ведь дело не шутейное. Здорово, Иван. А, здорово, Трифонович. Распишись, Иван, тебе из военкомата. Завтра, значит. С чего бы это? От пенсии, небось. Доложили по военной линии. Вот и приструнят дурака. Это же надо, а? 2 месяца оформить не может. У голодных у меня одно на уме. Может, связи с праздником? Так тебе одному что? Сейчас у твоего соседа был. Жаловался он на тебя, грозился в суд подать. Трифонович, вот ты образум дурака. Посадят на старости лет. Нет, ты подумай, какая несправедливость, а? У Петрачихи на фронте мужа убила, пока она 3 дочек в люди вывела, котенка в землю въехала, а этот отсидел, денег там заработал, домину отгрохал, хоть бы глаза не мозолил. Отвяжись, ну подумай сам. Он себя на всю жизнь наказал. Люди, они и хорошее, и плохое помнят. Пускай в глаза они все скажут, а не легче. Дай другие. Нет у меня других. А галифе? Вспомнил. В гроб ложиться в чем будешь? В исподнем? Ты меня не хорони. Я еще тебя переживу. Начнешь пить, как вчерась, так всех переживешь. Вон, дружок твой, говорят, язву нажил. Да не лухти ты. Не верить еще. На, держи. Посмей только эти замызгать. Тогда лучше и домой не вертайся. Чем ты их посыпаешь только? Воняют какой-то дрянью. Ничего, жив будешь. Вот другой разговор. На. Хорош, хорош. Чистый комиссар. Только пятки грязные. На, еще. Гляди, в собес зайди. А то забуришься опять куда-нибудь. Есть тут кто живые? Здравствуй, тетка Мария. А Иван твой где? Проходи, Василиш, проходи, садись. Надо и свидала твою матку. Семян укропу просила. Я сейчас полежу. Да погоди, погоди. Иван, спрашиваю, где? Так только что ушел. А зачем он тебе? Я сейчас. Так куда ушел? Только не хитри, тетка Мария. Сугубо так. Так военкомат его вызвал. Васильич, мне ж Гришка пожалился.
Пожарился. Заявление в суд отправил. Боже мой, боже. Так что ж теперь будет? Плохо дело, тетка Мария. Посягание на личность. От года до трех. Сугубо. Давно ушел? Васильич, родненький, так зачем же до трех? А что он такое сделал? Ворота сломал. Ай-яй-яй, так сам же и починит. Вот приедет из города, так я от него черта не отстану, покуль не сделает. А то сразу до трех. Ну, попугали б сначала и все. Васильич, родненький, прости ты его, а? Ну вот давай рассуждать, тетка Мария. Вот твоего прости, другого прости. А что завтра государство будет, а? Да к всех-то к чему? Ничего не могу, тетка Мария. Думаешь, мне это надо? Он мне все показатели по участку порезал. Сколько раз я его предупреждал, но не связывайся ты с этим. Думаешь, мне охота в одной деревне с ним жить? Васильич, родненький, ты же знаешь его здоровье. Израненный весь. Вот. И медали у него целая коробка. Вот. Для суда это не оправдание, тетка Мария. Будь он сам герой Советского Союза. Закон есть закон. Сугубо. Да что же это за закон, коли такое он не учитывает? Ну... Не об этом сейчас разговор. Ты вот что. Ты лучше сходи к Гришке. Ой. Переговори с ним. Я ему кое о чем намекнул. Если он не дурак, должен понять. Ну, а на меня не ссылайся, ясно? Хорошо. Гриша. Не по-суседски как-то получается. Ну, мало ли, что в жизни бывает. Суд-то сразу зачем? А ворота ломать, это по-соседски. Да починит он ворота. Если нужно, он новые сделает. Ты же его знаешь, если да что такое. Ты, Марья, дурочку ты из себя корчишь. Как будто ворота к делу. Он что думает? Когда я ихнюю повязку с год поносил, так теперь всю жизнь измываться можно. Ты же знаешь, я не убивал, не вешал, а за глупость свою сполна получил. Я перед законом чист. Что, не так скажешь? Да бог с тобой. Живи. Всякому терпению конец приходит. И не проси, я тоже человек. Так что, Иван Иванович, у вас еще 2 часа времени есть. Можете по городу погулять. Или в красном уголке посидеть. Я там. Ты что, ослеп? Чего дают-то? Да бананы, дед, бананы. Возьми своей бабке. Как раз по зубам спасибо скажет. Приязвь-то не повредит? В самый раз. Да не повредит. А вы чего, папаша? Проходите без очереди. Как это без очереди? Доброго здоровья всем. Здравствуйте. Насчет пенсии кому? А, это туда. Насчет пенсии я. А может, вы мне сделаете пока? Нет, нет, туда, пожалуйста. 298, 169, 200.
200. Спасибо. Да, пожалуйста. Записали. 186. 96. Вы, собственно, по какому вопросу? Насчет пенсии я. Пенсионный день четверг, там же по-русски написано. 324. Ах ты. Ну, хоть гляньте, зазря, чтоб не ездить. Все вы так. Только чтобы вам было удобно, да? 190. Записывайте. Справка из сельсовета раз. Они там знают, какая. Справка из военкомата 2. И справочка из милиции 3. Мать честная. Повыше его есть кто там? Выше прокурора? Есть. В райком можешь пойти. Лучше всего сразу к первому секретарю. Так это ж по партийной линии. Он по всем линиям, тетка Марья. Там больше нажимай, как на ветерана войны. Знамо дело, я и медали с собой прихвачу. С войны где-то имеются грамоты на гербовой бумаге. Самим Сталиным подписано. Ну, главная характеристика. Спасибо. Спасибочка за науку. А я к Федору побегу. Может, его еще сегодня застану. Ага. Вряд ли, короткий день. Лучше после праздника сразу. Спасибо. Да? Да погоди. Что тебе казенной бумаги жалко? Небось, трибуну сколотить к нему прибежал. Дай подумаю. Сколько раз предупреждал, чтобы не связывался с ним. И что, как мужик добрый? Прям так и написать? А что? Так и напиши. За всю совместную жизнь ни разу на сторону не посмотрел. Не сбродничал, как другие. Кому он нужен? Марья. Ну, не скажи, Феденька. А после войны баба много не надо было. Да и сейчас оно не лучше. Ну, хватит. С тобой допишешься тут. Самого посмотрим. Ребятки, взахлёст надо. Да сойдет и так. Сойдет, да не совсем. Дождь посильнее пойдет, затекать будет. А кого мы, собственно, ждем? Первого. В этом году на таком уровне? Сидор Петрович, это ваших рук дело. Особые обстоятельства. А может, правда же, Иванкова? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Петру Петровичу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, будем начинать? Да, пожалуйста, проходите, проходите, дорогие товарищи. Пожалуйста. Товарищ Климович! Товарищ Климович! Товарищ Климович! Слазьте сейчас же! Вас же там все ждут! Там же первый секретарь! Вот расшарахал, а? Баба живьем съест. Дайте иголку. Тяжелое ранение, потом госпиталя, потом демобилизация. И вот не знал, гвардеец, что за мужество и героизм, проявленное в боях на Кюстринском плацдарме, он награжден, дорогие товарищи, орденом боевого красного знамени.
Но награда все-таки нашла нашего героя. Как говорится, никто не забыт, ничто не забыто. Подойдите поближе, пожалуйста. Сюда, к нам, к президиуму. Ну чего же вы? Идите. А может, ошибка какая? По фамилии совпадение. Да идите же. Минуточку. В хозяйстве у вас все нормально? Нормально. Дровами, сеном помогают. Товарищ секретарь, ну ослабонить, Христом Богом прошу. Ну какой из меня выступающий? А вы не волнуйтесь, вон как слушали. Потом баба переживать будет. Пропал, скажет. Ну, уважьте. Чего, чего? А мы вот. Вас на машине доставим. До вечера. Так точно. Всего доброго. Сергеев, корреспондент газеты «Светлый путь». Во, влип, так влип. Ну вот, хорошо. Не вставать, сейчас еще один снимочек сделаем. Маэстро, я вас умоляю, расслабьтесь. Ну, маэстро. Эдик, сколько можно? Все равно на одну колонку дадут. Да кадра нет. А ну-ка. Как вашу деревню? Коробец. Коробец, сердец. Отлично рифмуется, да? Ну-ка, встаньте. Садитесь. Да не так, ко мне повернитесь. Не так ордена не видать. В другую сторону. Расслабьтесь. Много. Да не мучайтесь вы со мной. Бабу мою сюда. Она думала, в городе тут зря деньги платят. О, слушай голос народа. Разве это деньги, маэстро? Слезы. Тащи мемуары. Что ты еще придумал? Жукова. Где тут у вас редактор? По коридору налево. Спасибо. На. Ему дай. Возьмите, пожалуйста. Толстая. Всех хватали, и я схватил. Больной, не опаздывайте на процедуру. Вкусно? Нет. Ну, брат, и денек сегодня. Просто голова кругом идет. Понятное дело. На фронте то
Ординат не каждый день отваливали. Нет, дело даже не в этом. А я вот так думаю. Секретарь. Ведь это по военному времени генерал. Не ниже. Не ниже. Ты знаешь, я на войне один раз только генерал вот так вот вблизи видел. А тут за ручку по имени, по отчеству приходили, говорили, что не так. Не стесняйтесь. И с войской мужик. Да. Вот только, знаешь, это выступать заставил. Чего? На торжественном. Брешешь. Я уже так. И это кого? Ни в какую. Иван. В гору идешь. Человеком становишься. Да. Ну, как у тебя? Да хреново. С пузом-то. Хреново. Еще, говорят, месяц продержит. Слушай, ко мне баба вчера приходила, навещала. Говорит, председатель в лесе отказал. Как отказал? Ведь решили же направление. Да вы решили, а он перерешил. Вот так. А ты говоришь за ручку по имени отчеству. Иван Иванович, вы к нам? Да. Вот заявление подать. За соседа хлопочу. Ну, с этим мы сами разберемся. Ну что, товарищ, давайте начинать. Кормили, сами знаете, как. Да. Гляжу, каша ему в охотку. Я ложку он две. По дну котелка уж начал скрести. Я, значит, сам котелок себе
Хватит, говорю, пора и честь знать. Только я так, прах, Минов соснул, он как облизывал ложку, так и каркнуть не успел. Ну, значит, все, кто куды, только мин больше не было. Случайная зараза. А я как глянул, сердце зашлось, ноги отнялись. Дитё ведь совсем. Не брился еще ни разу. Кому ложку каши пожалел, значит. И так мне на душе муторно стало. А хоть гранату доставай, да еще курви. А ведь на войне бывало дня без смертей не бывало уж. Чего только не нагляделся. И с времени сколько прошло, вот стоит перед глазами та каша проклятая. Ну, хоть умри. Да. Вот, значит, как бывает в жизни-то. Да. У меня все. Ну, еще маленько, душа с меня вон. Войду, помню. И покрасившие места проходили. А снилось, бывало, вот это. Садись, батя, только ноги вытри. Чудно все-таки, слышь, человек устроен. Кантует его жизнь, кантует. А стоит по головке погладить, и все забыто. Ты о чем это, батя? Да так. А с тобой, батя, в разведку ходить можно. Барабан был плох, барабанщик бог. Давай, батя, подпевай, а? Ля-ля-ля-ля-ля. Я наук не знаю. Ну, давай, какой знаешь. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ты куда ушла в такую рань? Ты судьба, барабань на всю планету. Звуки словно синенький, скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь теплых и ласковых встреч. Порой ночной, где мы гуляли с тобой, мелькнет среди ночи синий платочек, милый, желанный, родной. Мелькнет среди ночи синий платочек, милый, желанный, родной. Синий и скромный платочек падал на пустыне. Маш! Маша! Где ты? Маш! Маша! Спишь, что ли? Маш! Маша! Чё горланишь? Где тебе черти носи? Погоди. Глянь сюда лучше. Эх, Маша, дорогуша, рассказать все не поверишь. Такой день. Боже, боже. Последние штаны скостила.
Где ты столько грязи насобирал? Началась, машину толкали. Ну, тебе больше других надо. Да ладно тебе, живем один раз. Не, чтоб поздравить по-людски. В собес заходил? Сам первый секретарь вручал. В газете еще пропечатают. Глянь, что подарили. Ну, что ты мне гулюшку под нос суешь? В собес заходил. А то посадят дурака, и пенсии не увижу. Ну, что ты лухтишь, а? Погоди, залухтишь. Милиционер уже два раза приходил. Зачем? Протокол с тебя снять. Гришка заявление в суд подал. Прибежал, затрос медалью. 3 года получишь, будешь тогда знать. На самом деле, что ли? Не верить еще. Иди повинись. Язык чай не отсохнет. Может, еще заберет назад? Чтобы я перед этим гадом, да никогда. Он вроде баню собирается строить. Пообещай помочь. Маш, ну как же ты не понимаешь? Должна же быть человеческая гордость. Господи, он еще о гордости говорит. Сказал, не пойду. Значит, не пойду. Хватит, был дураком. Я тебе не пойду. Я тебе не пойду. Я тебе не пойду, черт непутевый. Не выводи меня из терпения. Фу. Только один день и пожил человеком. Давай. Ой, с утра до вечера одно и то же. Все, да. Знаешь, что надо сделать? Надо им осколок показать. Я вообще пускаю заткнуться. О, да. Язык как у бабы. Эх, трепло, я тебе скажу. Трепло ты, вот ты. Что за шум? Климович, вот ты-то мне и нужен. Ну-ка, иди сюда. Так, у Гришки был? Подожди, а что это такое? Орден. Я вижу, что не медаль. Откуда? В военкомате дали. Так, и документы есть. А как же? Покажи. Черт. Дома, кажись, оставил. Вот черт. Ну-ка, дай посмотреть. Ну. Да нет, это шпилет, шпилет. Ты что это? Ты что? Где ты его взял? С такими вещами не шутят. Ах, Климович, Климович, могилу тебе исправить. Ну, я вас умою. Я вас сейчас всех умою. Иван, стой! Подожди, Иван! Thank you.
Ишь, разогнался. Вот и встретились. Как встретились, так и расстанемся. Опять навязался. Ну ничего, скоро этому конец придет. Отнеси, где взял. Чего ты, дурака, ты себя корчишь? Кому это теперь нужно? Сгниет, как в прошлом годе. Умники, дай вам волю, все растащите. Боишься? Боишься, тебе не хватит. Поменьше бока на печке грей. Отнеси, где взял. Ишь, понимаешь ли, думаешь, один ты грамотный. Завтра поговорим, где надо. Напугал. Да кто тебе поверит, пустомеля? Поверят. Вот пойдем сейчас в клуб. И все поверят. Уйди ты, уйди. Ах ты, шкура полицейская. Я тебя убью. Убью, гада. Что ты привязался до ко мне? Добро. Воровать! Порешу! Нет, хата! Уйди! Ах ты, шкура! Уйди, я за себя не отвечаю! Не видел? Жду давно. Не, ну каков боец, а? Так учили. Дядю Ваню не видела? Привет, Петька. Кого, кого? Я говорю, дядю Ваню не видела? Не видел. Ну-ка. Дядю Ваню не видел? Сам еще. А каков боец, а? А ты говоришь шуточки. Ванюша, ну скажи, что у тебя болит? Ты встанешь, а? Встань. Я блинчик у тебя испекла. Встань, Ванюша. Ну, где наш орденоносец? Трибуну сколотил, орден получил, а сам в кусты. Ну, давай поднимайся на праздник. Народ ждет. Да никуда он не пойдет. Всю ночь простонал. Иди, иди. Ах ты, елки зеленые. Ну, все наперекосяк. Ладно,
Я сейчас. Платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И будь со мной, я сегодня любимый родной, знаю, с любовью ты в изголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И час с тобой провожает меня образ твой, чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой, нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них родных, желанных, любимых таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Тетя Маш, на стол накрывай! Поздравляю! Поздравляю!